Книга пророка Исаии, глава 62. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут больше называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделают Иерусалима славою на земле. Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею, не дам зерна Твоего более в пищу врагам Твоим, и сыновья чужих не будут пить вина Твоего, над которым Ты трудился, но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите чере Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним, и воздаяние его перед ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным, городом неоставленным».